6 февраля этого года меня отвезли в больницу с диагнозом инсульт. Произошло кровоизлияние мозговой артерии. Правая сторона тела, она онемела. И пропала речь. Были страшные головные боли. У меня голова просто взрывалась. Я не могла ни есть, ни разговаривать, ни на свет смотреть. У меня была открытая рвота, непрекращающаяся. И поэтому мне было так плохо, что я просто молилась и говорила про себя. Просто говорю: «Господь, ну вот я хочу умереть, я не хочу испытывать эту страшную боль». Врач сказал: 10 дней пролежите у нас в больнице, мы вас полечим, а потом 2 месяца вы будете на больничном, и потом пойдете оформлять инвалидность. Я стала молиться, про себя шепотом. Я не могла оторваться, о другом ничем не говорила, только это. И вот на второй день у меня вот в голове, чистый лист, появились два слова. Кровь Иисуса. Как я обрадовалась, я просто схватилась за них, и я стала их провозглашать. Кровь Иисуса, кровь Иисуса, кровь Иисуса. И я чувствовала, как вот Слово Божие, эта Божья благодать, она вот вытесняет эту болезнь из моего сердца, из моего тела. Вот это онемение, оно проходило. У меня стала работать нога. У меня вот, вот эта рука, которую я вот так вот я ее перекладывала, она у меня заработала. Я стала брать, я стала есть. Через 10 дней я ушла своими ногами домой. И через месяц вот моя речь, она восстановилась. Память восстановилась. Я научилась и стала писать, и стала читать. Слава Богу! Я поняла, что когда мы вместе, вот вместе с ячейкой, да, вместе с лидером, мы сильны. Но когда мы с Господом, мы вообще непобедимы. И слава Божья начинается там, где кончается сила человека.